небе светит мудро, молодеет древний край. От Байкала до Амура мы проложим магистраль. Встретим зябкие рассветы, встретим долгую пурпу, биографию планеты впишем мы свою строку. Слышишь, время гудит, ом, на просторах крутых, ом, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, ом, на просторах крутых, ом, это колокол наших сердец молодых. Слышишь, время гудит, ом, в июле 2024 года в Иркутском художественном музее открылась выставка «Магистраль», посвященная 50-летию БАМа. На этой выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. И собрание художественного музея, частных коллекций и мастерских иркутских художников, а также предметы, отражающие историю БАМа и Транссибирской магистрали из фондов Музея истории Восточно-Сибирской железной дороги. Дорогие друзья, сегодня очень важный не только для музея, не только для Иркутской области, но и для всей страны день. Этот год объявлен 50-летием строительства Байкало-Амурской магистрали. И художественный музей, обладая уникальной коллекцией изобразительного искусства, в котором это эпохальное событие нашло свое отражение, не мог остаться в стороне. Предки приняли правильное решение, и появилась железная дорога, Байкало-Амурская магистраль. И я понимаю, что это огромная часть истории не только Иркутской области, Республика Бурятия, Читинская область, Забайкальского края, ну и, конечно же, всей страны, Советского Союза. Смотрите, какие были приняты правильные решения, когда вы в 1974 году, получив путевки, поехали. БАМ сегодня, о чем я вам сказал, БАМ-1 сделали, БАМ-2, сегодня принято решение о строительстве второго Серо-Амурского тоннеля, сегодня принято решение о строительстве второго Кадарского тоннеля. Сегодня принято решение о строительстве второго моста через реку Амур. То есть, представляете, какие тоже инвестиции будут вкладываться. А почему? Потому что мы сегодня все понимаем, что сегодня все перевозки развернулись на восток. Какую-то частичку вот этого тепла внесли в сердца ветеранов. И это очень здорово, и это надо делать, чтобы наши ветераны еще жили, жили, жили. Удачи, с праздником вас! Спасибо. Сегодня мы открываем выставку художников, и я хочу сказать именно о них. На самом деле, о БАМе очень много написано. Фиксировалось это и в средствах периодической печати, были написаны произведения, но и художники создали свою неповторимую летопись. И было очень все правильно устроено тогда, когда вслед за строителями направлялись бригады художников, которые непосредственно, видя, как трудятся самоотверженно люди с твердым характером, могли все это запечатлеть после трудовых будней. Этот праздник на Иркутской земле у нас начинается сегодня с открытия этой прекрасной выставки, посвященной 50-летию БАМа. Только по той причине мы совершенно понимаем правильно, что историческое достояние – это само строительство Байкало-Амурской магистрали. И где никак в музеях, значит, это дело показать, это где оставить на века, потому что это сокровища, которые через многие-многие лета могут узнать другие люди. Да, действительно, этот год – год бамовцев. И не зря наш Владимир Владимирович Путин, в общем-то, дважды сделал указ о начале разработать медаль БАМовскую, значит, и второй указ был, так сказать, о праздновании дня Байкало-Амурской магистрали. Мы должны, так сказать, БАМовцев всегда видеть
и всегда о них помнить. И не только помнить, но и делать все для того, чтобы мы с вами были еще живы-здоровы. От души поздравляю всех с открытием выставки. Все картины наполнены такой теплой ретро-атмосферой, которая передает действительно и одновременно титанический труд людей, которые работали на БАМе. Самые теплые слова благодарности ветеранам БАМа. Очень приятно видеть делегацию из Улан-Удэ. Вот такие красивые, прямо как выпускники. Невероятно, очень здорово. Поздравляем всех вас и чудесного открытия. Спасибо. Я написал 50 песен о строителях Байкала, о Амурской магистрали, о тоннельщиках, о железнодорожниках, о детях БАМа. Песни, написанные на стихи наших местных поэтов и профессиональных. Будучи делегатом Кремлевского дворца съездов, я встретился со своим соавтором, московским поэтом Сергеем Борисовым. Уже прошло по сотни лет, как мы весной встретились на БАМе, и ничего дороже нет, чем эти дни на стройке магистрали. БАМ будет и по рельсам так, БАМ уносится в тайгу составы, БАМ, решили вы, что будет так. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, и большая тайга покоряется нам. Слышишь, время гудит, на просторах крутых, это колокол наших сердец молодых. Слышишь, время гудит, писала долго, вот, я раз, наверное, 5-6, не помню даже сейчас уже, сколько раз я ходил, позировал, вот, вот с ломом держал лом, ломом, да, да, вот, вот, был вот такой, да, был такой худенький, вот, 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 да, да, вот так вот, да, вот, вот, вот. Мне было где-то 18 лет. 17-18 лет. На сегодня экспозиция очень хорошая. Хорошо нарисован, талантливые художники нарисовали, которые посвятили именно строителям БАМа. Некоторые у нас там, вот Самонов Валерий там нарисован, увидели, себя увидел молодым, там посмотрел. И очень приятно. Интересные очень экспозиции, очень интересные. Все понравилось. Особенно такие вот, так скажем, картины как будто живые. Близкое что-то, пускай не совсем, но все равно же сюжеты такие похожие, в общем-то, где-то вспоминаешь, где-то что-то, потом вспоминаешь какой-то поселок, а там или не это. В общем-то, интересно, конечно, вспоминается молодость. Нам что остается делать в нашем возрасте? Только вспоминать молодость. Мне понравились картины моего деда Александра Шелтунова. Я восхищаюсь еще картинами моего папы. Мой папа, сын деда Александра Шелтунова, великого художника. Я восхищаюсь его картинами, но и вот этими тоже красивые. Там есть одна красивая. Форма не определяет содержание, наоборот, содержание определяет форму. Об этом мы знали с Лидой, когда ехали 50 лет назад на БАМ, поселок Магистральный. Картина «Дорога» была создана легко и быстро, имела успех, а картина «Жажда» создавалась более 10 лет и выставляется впервые. Хочу поблагодарить всех сотрудников музея,
за то, что сохранили, отреставрировали, показали работы куклис Лидии Шестаковой. Замечательная выставка, замечательная, молодцы. Почти все представлены, и очень хорошо сформирована эта выставка.